было, да. Ничего мы тут не открывают, я знаю, что. Не. В целом, не. В ней за побежник и платим уже пострел. Так, дырочкой ловишь? Просто дырочка, конечно, по центру мушка. Да. А мушка должна совместиться с твоим собственным. Да, да, упор. Упор, упор на, да, так и. Ну, если батарея села, то або іншу батарею став. Бойова позиція. України нещодавно. Ну, для мене, на жаль, якщо у нас її буде більше, ми зможемо більше і краще працювати, на виконувати свою роботу. Тоді вони можуть зайти в Київ, але вони нікуди тут не підуть, вони тут і всі згорять. І в принципі, вона не така важка, як казалось до моменту її, поки ми не побачили. Тому, ну, в принципі, освоїти можна. Як мінімум активували упор плечовий. Помощь, конечно же, в вооружении очень важна, и эти способы уничтожения бронетехники очень эффективны. Мы благодарим очень за международную поддержку оружием. Слава Украине! 8-му батальону территориальной обороны для проведения занятий готовы. Слава Украине! Героям слава! Вільно! Вільно! До занять приступити. Да, такое интересно. Сразу смотришь на себя. О. Скиньте мне фотку на мыло. Видео тоже. И видео. Николай.